Аэропорту во Владимире быть. Взлетно-посадочную полосу Владимирская область получила в собственность на этой неделе по распоряжению правительства страны. Соответствующее решение, по словам главы региона, важнейший шаг. Это результат кропотливой и долгой работы. В первую очередь необходимо было найти техническое решение реконструкции взлетно-посадочной полосы. Сейчас она находится в удручающем состоянии, ее длина не позволяет принимать самолеты большой вместимости. Принято два технических решения, которые в течение года согласовывали с проектным институтом, с Минобороны, который, кстати, тоже устроила. Взлетно-посадочная полоса удлиняется с 1,9 метров до 2350 метров. И край взлетно-посадочной полосы, торец так называемый, да, то есть полоса сдвигается на 400 метров от ближайших жилых домов. На реконструкцию взлетно-посадочной полосы потребуется около 2-3 лет. Ее планируют начать уже в этом году. А конкретно в мае определиться с подрядчиком и затем приступить к работам. В целом, по предварительным подсчетам, стоимость реконструкции составит порядка 5 миллиардов рублей. Примерно весь проект, по нашим прикидкам, будет поделен примерно таким вот образом. Мы планируем 50% это будут расходы области, 25% привлеченные федеральные средства и 25% средства потенциального партнера, который будет заниматься авиаперевозками. Чтобы не терять время и приступить к работе в ближайшее время, сегодня депутаты собрались на внеочередное заседание и приняли поправки в бюджет области. В этом году на реконструкцию взлетно-посадочной полосы выделили 1 миллиард рублей. И это не единственное изменение в главном финансовом документе региона. Правительство Владимирской области подсчитало необходимым сейчас выделить дополнительные средства для решения еще ряда вопросов. Например, на организацию второго корпуса медицинского университета, который разместится в 29-м доме на Горького. Потому что наша задача создать такой кластер достаточно близкий. Во-первых, первый корпус, который находится в центре города, да, этот не так далеко. И мы планируем развить территорию больницы скорой помощи. В перспективе там будет построен новый лечебный корпус с учебно-лабораторными, помещениями, это получится целый кластер, где у нас медики в одном месте практически, корпуса будут находиться рядом, могут проходить и практику, и учиться, и все остальное. И еще о дополнительных средствах в сферу здравоохранения. Во Владимирской области сегодня выделили более 1 миллиарда рублей на завершение строительства вспомогательного корпуса инфекционной больницы на территории областной клинической больницы. К концу года там планируют завершить все работы и открыть двери для пациентов.